Я пишу и прошу предоставить мне, перед тем, как проводить правление, прошу предоставить мне средства, справку о том, какие средства у меня, где столько денег. Почему мне отказывают это, то-то, я пишу, что у меня нет денег, нет денег. Они пишут, что нет, она мне пишет, что нет у меня денег, ты понимаешь? Да. Теперь, а вот теперь самое интересное. Вот в этом договоре, который у вас с управляющей компанией, там вот есть вот в жилищном кодексе хитрый пункт, что товарищество собственников жилья действует по поручению и от имени членов ТСЖ. Да. То есть оно не является выгодоприобретателем само себе. Оно не получает никаких доходов. То есть оно, вот эта вот формулировочка, вот и у вас в договорчике наверняка это есть от имени и по поручению, говорит о том, что там во всех вот подсказках юристов, что во всех судебных разбирательствах вы отвечаете перед управляющей компанией только в рамках тех средств, которые вам перечислили собственники за оказанные услуги. И вы не обязаны.